Всем привет, ребят, меня зовут Игрок, это игра Наруто Шторм 4, мне лень проговаривать полное название. Ну что ж, есть повод собраться сегодня вечером, а конкретно вышло новое обновление, ура! Со времен релиза сколько прошло, 4 года и новое обновление. Называется Next Generations, добавляет целую кучу персонажей, а конкретно всего 2. Это клан Мамашики, ну и костюмы для нас. Посмотрим. Давайте все посмотрим. Все, что добавили. Начнем с костюмов. Сай. Путь к Боруто. Ина тоже путь к Боруто. Черт же, господи, черт же, так убого выглядит. У Шикамару довольно классно выглядит. Так, она же нету. Ли. Такое себе. А, не подумайте, качество костюмов в принципе нормально. Мне просто дизайн костюмов из Боруто не нравится. То есть, мне кажется, костюмы за Ласт они гораздо лучше. Кинатал. Наверное, самый лучший пока что костюм. И, по-моему, это все. Так, новые персонажи. Два. Мамашики Оцуцуки. И Кеншики Оцуцуки. Так, совместно ульты нету. Ультимейтов новых... Ой, вернее, нинджутсу новых тоже у них нету. Значит, по одной штуке. Давайте выберем. Наверное, вот эту команду, в принципе, довольно такая приятная. Кстати говоря, Хинато, смотрите, путь к Боруто не комбинируется с Наруто. Из Боруто тоже. А, вот оно как. Новые костюмы никак не комбинируются. Ну, вернее, персонажи не комбинируются с новыми костюмами. То есть вот, блин. То есть вот у них есть совместная ульта у этой команды. Но конкретно в тюмах почему-то нету. Отстойно. Почему у тебя собака красная? Ну ладно. Давайте смотреть. Но Харен не добавили. Поэтому берем, наверное, вот эту. Наиболее актуальная. Так. Чакра неограниченная. Поддержка неограниченная. Ураган тоже неограниченно. Так, жизни пробуждение. Так, шкала урагана неограничена. Ну, визуально сюрикены и чакры сюрикены ничем не отличаются. Так, ну я же знаю, ради чего мы сегодня собрались, Давайте смотреть сперва ультимейты. На! Печатай его полностью. Красиво ульта. Тоже сюрикены, чакры сюрикены визуально ничем не отличаются. Но вот эти сюрикены похожи на сюрикены Пэйна. Так, ульта. Да, выглядит могущественно. Но ульта Кеншики мне понравилась больше.
Так, давайте, захват. Килл. Чё это такое? Я думал то, что может быть это тилт поглощает. Как знаете, у Магеки Шаринган какашка. О, это через всю карту что ли? Ну-ка давайте подальше отойдем. Нет, не через всю карту. Радиус поражения большой. Но контрить в принципе можно. Двойным прыжком. А если еще есть ниндзюцу с воздуха, то этот прием даже будет наказуемым. Так, ну пошли. По дефолту. Обычная комба. Так, ну, мамашики комба покрасивее. Так, нижняя комба. Тоже нижняя комба. Так, по мамашики пока что комбы более красивые, мне кажется. Так, верхняя комба. Так, воздушная комба. Спираль вот эта прикольная была. Тоже верхняя комба. И воздушная комба. Не, у Мамашики комбо выглядит более красиво. Насчет канцелов не знаю, но пока что вердикт такой. Так, что еще не посмотрели? Пробуждение. Да, пробуждение осталось. Так, у того и у другого есть дополнительные ниндзюцу, давайте их посмотрим, вроде бы они одинаковые. Долго делается. Мне кажется, у... А, все что ли? Мне кажется, у Кеншики дополнительные ниндзюцу выглядят куда лучше. Ну, чисто визуально. Но у Мамашики, мне кажется, делаются они гораздо дольше, чем у Кеншики. Бля, у них имена такие похожие. Кажется, что тавтология какая-то. Так, что-то я забыл посмотреть. Что-то я забыл посмотреть в обычном режиме. Вот думал, думал, и из башки вылетело. Ладно, давайте еще раз. Так. А, Кеншики вообще ничем не отличается, да? Он даже и внешне никак не изменился. Только нижняя комба. Да, он никак не изменился, он просто пробуждение стал. Так, это была нижняя комба, сейчас обычно. Эх, мне не хватает времени. Так. Пока вне пробуждения вспоминать. Чё я не посмотрел? Чё ты лаешь на него? А чё собака такая мелкая? Увидели, блин, у него собаку в этом, в Боруто. Там такой барбос ходит. Так, обычная комба. Пробуждение. А, ничем не отличается, окей. Одна комба. Но зато очень долго. Захват. Килл. Нормально. Ба-б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 а. И ниндзюцу.
Но ниндзюцу выглядит могущественно. Так, давайте тогда... Вроде бы я все показал, что они умеют. Давайте посмотрим в боевых условиях, как они себя покажут. Так, сложность очень тяжелая. Фора максимальная, время 50 секунд будет, в принципе, достаточно. А кстати. У нас теперь целый клан Отсуки в сборе. Теперь три вот этих засранца будет. Ну ладно. Команду Отсуки протестируем в онлайне. Раз уж у них совместной команды ульты нету у старых персонажей, то, наверное, давайте понаберем кого-нибудь. Поехали. Ребят, я надеюсь, я клавиатура не слишком сильно громко долблю, она у меня довольно громкая. Ну а если громко, то, ну, смиритесь. Вам придется это терпеть. А, вот, ниндзюцу я забыл посмотреть. Ниндзюцу не заряжается. Так, у Машуги тоже не заряжается. Ну-ка, с воздуха делается? Да, с воздуха делается. Удобно. У Геншики с воздуха не делается. Ох ты. Блин, Хинаты более быстрый захват. Ниндзюцу у них, знаете, такие более размашистые в плане анимации. Нет. И убить. Мечтай. Тебе сейчас она задницу надерет. И это минус раунд. Да. Ну ладно, я просто давно не играл. Поэтому допустимо. Интересно, у них вот ниндзюцу сбиваются или нет? Блин, вообще ничего не вижу, что происходит. Так, все, хватит это терпеть. Надо по-нормальному играть. На! Так, ну вроде бы... Канцел у Мамашики не такой уж и сложный. На пробитие блока и выведение на них. Ультимейт. Давай. На. Да ты чё такая агрессивная? Ну посмотрите, что творит. Вообще невозможно угадать её. Let's go.
Успокойся. На, по башке тебе. Ну, ульта у Киншики, мне кажется, красивее, чем у Мамашики. Ну, чисто визуально. Слушай, давайте теперь попробуем сыграть против них. Выберем себе персов. Сай, например, возьмем. Кого возьмем еще? Не знаю, давайте Чоджи возьмем. И возьмем, не знаю, Хинату. Давайте арену покрупнее. Вот эту, например. Мне кажется, для Отусуки это будет, ну, более чем уместно. Да ты чё? Я вообще ничего не понял, что произошло. А, не дотянулся! Подождал бы, пока пеньки восстановятся. А! Он задел, у него атаки слишком большую дистанцию покрывают. Да ты чё, остановись! Я так... Всяким непотребством. Всяким непотребством. Вот сейчас, сейчас все будет. Блин, а? Слишком уж удачно не комбинируется. Давай! Нет-нет-нет, Хината непробиваема. Нет-нет-нет-нет, ты не прав. Баба! Блин, Чоджи все-таки очень силен в пробуждении. И пробуждение вот именно в этом костюме классно выглядит. Наверное, такого мува даже Боб не ожидал. Ну подменяйся! Баба! Так, давайте еще раз его, пробуждение. Нет, нет, нет. Ну все, это конец молодой. Блин, за чё же очень легко играть в пробуждение. Удобный довольно персонаж. Ну, я думаю, к Мамашеке и Киншеке просто надо будет привыкнуть. Ниндзюцу у них довольно долгие.
в плане анимации. Наверное, одни из самых долгих. Ну ладно, давайте на этом подождите. Слушайте, если уж вышло новое обновление, может багфикс завезли? Ну, вы же должны понимать, о чем я. Создать частную, чтобы никто не мешал. Так, и... Ня-а. Ребят, микрофон по-прежнему нельзя выключать. Хоть оно не ладен. Видимо, они уже никогда это не пофиксят. Учитывая то, что, блин, обновление выходит раз в 4 года. Ладно, ребят, давайте тогда на этом попрощаемся. Большое спасибо за просмотр, с вами был Игрок. Игра Naruto Storm 4. Всего хорошего, играйте с удовольствием, не болейте. И пока-пока.